Добрый день и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола, особенно болельщики Краснодара и Калининграда. В прямом эфире самый запад России, где на одноименном с городом стадионе все готово к началу матча 30-го тура Мелбет первенства России по футболу среди команд первой лиги, в котором встретятся Балтика и Кубань. И если все готовы, то мы, пожалуй, начнем. Кубань, передача первая, разумеется, в линию обороны, а теперь налево. Что такое стандарты в исполнении балтийцев? Подача от Кузьмина на 11-метровую штрафную, удар в створ. Первый в этом матче, и спокойно играет голкипер Юрий Нестеренко. 28 матчей без замен. Вновь Балтика через левый фланг, в очередной раз развитие атакующих действий. Подача в штрафную площадь, удар хороший. Попытка от Вали Ахметова. Отскок мяча от земли, и было нелегко сейчас Нестеренко. Вот опасный момент балтийцы на 25-й минуте создают. Выполняет подачу, Гузина до мяча не достает, а удар Кузьмина не достигает цели. Вот борьба, и вот завершающий удар Кузьмина. Положил корпус. Муталиев на дальнюю штангу наброс, и первый удар в створ от Кубани на 34-й минуте. Но Латышонок хоть почувствовал мяч. Тоже нужно быть в тонусе. Мы узнаем с вами в середине второго тайма. Балтика в атаке. Мусаев. Есть возможность добить, но это только угловой. С соперниками. Это железный человек, мужественный, стойкий, сильный. Как нося такое имя? 40-я минута. Мусаев. Удар. Гол! Все сделал Тамерлан в этом эпизоде красиво. Как задумал. 40-я минута. Еще раз смотрим. С правой ноги. Все, что смог, сделал Нестеренко, но потащить этот мяч не смог. 1-0. С правой ноги верхом. Борьба на втором этаже. Есть удар в дальний. Направлял сейчас Пуцко, но не попал в ворота. У Балтики второй голкипер сегодня Александр Корякин и полевые игроки Иван Остоич, Максим Тишкин, Младен Кашчелан, Аслан Дудиев, Данил Кленкин. Это Балтика, и слева в зеленой форме краснодарская Кубань держит оборону. Удар Мусаева из-за пределов штрафной. Первая же опасная возможность в дебюте второй половины. И удар от ворот выполнит Юрий Нестеренко. Замечательно исполненный стандарт. А вот Маляров, удар хороший. Принял на грудь, скидка себе под правую, и с лета с линии штрафной попытался в сторону ворот пробить и сделал это, но не попал в створ. Еще раз смотрим. То, что у Балтики есть преимущество, это бесспорно. Стандарты балтийцы выполняли. Мусаев с мячом, а это ли не момент? Это удар и гол! Это Мусаев забивает второй мяч в ворота кубанской команды. Вновь поборолся до конца на острие. В атакующий третий и положил мяч в сетку ворот соперника и увеличил преимущество Балтики до двух мячей, о чем и было сказано чуть выше, что балтийцам это было бы очень кстати. Балтика одерживает победу. Все, на этом матч закончен. Дубль Тамерлана Мусаева. Один мяч в первом тайме и следующий во втором. Приносит победу калининградской команде.